Всем привет, меня зовут Павел. Это моя вторая модификация на Zetras. Первая моя переделка управлялась штатной электрикой и даже из штатного приложения. В этой же версии на привод стоят у меня Buviz моторы и питаются они от Buviz. То есть у Мерса появилась мощность и скорость. Трансмиссия полностью переделана. В основе лежит вот такая коробка, которую я делал для Макларена. Но это версия трансмиссии заднеприводная. Здесь один выходной вал дифференциала соединен с предохранителем трансмиссии всегда. А соответственно единственный свободный вал крутится быстрее, чем когда дифференциал на две оси раздает момент. Здесь то же самое, вот такая передача повышенная, и особенность заключается в том, что на повышенной передаче крутятся только задние колеса. То есть передний привод получается подключаемый. Также в Мерсе остались блокировка заднего моста и межосевая блокировка. То есть исключается предохранитель трансмиссии из этой схемы. Соответственно, колеса начинают крутиться медленнее. Включаю пониженную. Задний мост заблокирован. Межосевая блокировка включена. Передний мост свободный. Классная коробка получилась, подключаемый привод и блокировки, все работает. На повышенной передаче, если Мерс там упирается, начинает щелкать предохранитель трансмиссии, а из-за того, что нету каких-то дополнительных шестеренок, ничего больше не хрустит, мне это очень нравится. Поэтому сейчас мы посмотрим, на какой угол он сможет взобраться, испытаем разные колеса, вот эти штатные. У них большие такие есть зацепы, это как бы внедорожная такая резина, но из-за этого пятно контакта небольшое, что в моих таких синтетических домашних тестах может негативно сказаться. Также я снял колеса с Макларена, они, конечно, дорожные исключительно. Диаметр такой же, но пятно контакта здесь больше. И я думаю, результат будет отличаться у этих двух покрышек. Ну и фаворит, как мне кажется, этого мероприятия, это вот эта резина Микки Томпсон. Потому что она мягкая. Пятно контакта здесь также приличное у нее. Я думаю, она будет буксовать меньше всего, и с ней Мерс взъедет на больший угол.
Резина, на которую я возлагал большие надежды, показала себя тут не лучшим образом. Зато вот эти покрышки от Макларена, вообще красавчики, затащили весь тест. И вот этот огромный Мерс на угол 57 градусов лезет на этих покрышках вообще без проблем. Но в каких-то реальных условиях, мне кажется, все-таки они похуже будут лазить, чем покрышки вот такие, которые могут зацепиться где-то за камешек, допустим. Или вот такие покрышки, которые мягенькие. В частности, хочется Мерс этот, наверное, по снегу покатать. Я думаю, будет лазить он хорошо. Тем более, что на этих колесах он вообще прям зверюга приподнялся. И его низкие мосты теперь не такие уж низкие. Ну а на сегодня это все. Всем пока.